Так, всем за... А где у нас, собственно говоря, субтитры? Или они тут не должны быть, в принципе? Не понял, а чё? А чё это? А чё это такое? Так. Во-первых, всё должно быть на высоких. Какого фига? Какого это фига? Так, а субтитров тут, походу, нет, да? Нету. Ну окей. Допустим. Так, не зависай, пожалуйста. Короче, продолжаем с вами прохождение спустя довольно-таки большой промежуток времени с момента прошлой серии. Тут надо провести какое-то расследование, как я понял. Но до конца, что здесь делать, я не разобрался, поскольку еще в прошлый раз я говорил, что подобный уровень я вижу впервые. А еще, когда я запускал игру, я заметил такое небольшое ответвление в выборах эпизодов. Там после этого конкретного момента есть еще одна ячейка с каким-то дополнительным уровнем, который закрыт знаком вопроса и который я не открыл. Хотя это довольно странно, поскольку с момента, когда мы играли с вами на пляжу с воспоминаниями, этот уровень должен был, по идее, открыться. Но, видимо, я куда-то там не зашел, чего-то там не открыл и перескочил, так сказать, на вот это конкретное место. В общем, не знаю, я не буду, наверное, с этим разбираться досконально. Что здесь делать, я вообще не представляю, что конкретно здесь нужно исследовать, но тоже первая записка, да? Так, ну даже не раз не записка, а просто рисунок. Слендер, кто-то там что-то горит. Наверное, это как-то связано с финальным эпизодом, который нас здесь в конечном итоге застигнет, настанет врасплох, возможно, скорее всего, даже. Так. Здесь у нас ничего интересного. А зачем был нужен подъем на второй этаж, если тут ничего нет? Тоже довольно-таки интересный момент. Камера у нас, кстати, теперь другая. Играем мы, скорее всего, за какого-то другого персонажа. Потому что тут уже пошло какое-то совершенно непонятное для меня действо. Ну да ладно. Вроде как мы здесь все нашли. Конкретно в этом месте. Возможно, нужно сесть в машину и уехать. Но это было бы, наверное, странно, как минимум. Так, ну нет, здесь никаких действий не происходит. И это меня немножечко ввергает в такое состояние, в котором я не разбираюсь, что дальше делать. А реально ведь, а что дальше-то делать надо? Наверное, нужно зайти в этот дом. Не помню, заходили ли мы сюда в прошлой серии. Но, скорее всего, да. Ой, господи, мало того, что на английском, так еще и не на понятном шрифте. Так, и чё? Ну, нашел записку, а дальше что? Наверное, в ней, как обычно, кроется весь секрет, но... Этот секрет мне не суждено раскрыть, поскольку я вообще не разбираюсь в таких шрифтах. Ну вот, а как туда можно попасть? Туда ведь можно как-то попасть, правильно? Оно ведь не просто так тут есть, существует. Или это через второй этаж нужно как-то пробираться? Давайте дальше тогда исследовать этот амбар. Вообще не представляю, что здесь нужно. С этого... А, ну-ка, подожди, может быть, эту хрень поднять можно как-то? То есть... О! Ну я же говорил, эту хрень надо как-то поднять. Ну просто, блин, ну это внимательность уровень 300. Практически. Специально такое число сказал, чтобы можно было пошутить. Так, ну ладно. Окей, мы прошли дальше. Значит, записки это не столь важное в этой части. То есть от них тут... Так, это что за звуки? А, генератор закончилось топливо, я понял. То есть сейчас... Фонарик у меня есть? Я не имею фонарика. Это херово. Тут какие-то новые монстры. Так, еще одни цепи. И нужно прям внимательно все осматривать, чтобы не пропустить еще какую-нибудь важную деталь.
Так. Тут у нас ничего, ничего. Ну, вроде как, это пустое помещение, что довольно странно. Обычно в таких маленьких локациях каждое помещение должно какую-то роль играть, но, видимо, это не про... Слушай, а по-моему, все-таки я ошибаюсь по поводу ее размера. Там дальше вон еще какая-то мельница. Возможно, там что-то тоже надо будет делать. То есть это полноценный уровень, да? Я думал, это так, чисто второстепенный какой-то момент, чтобы тупо там какую-то историю узнать. А тут, походу, не все так просто. То есть нужно будет даже и от Слендера, наверное, бегать, да? Ля, что за звуки? Как в самой первой, как в самом первом эпизоде, когда мы только с машины приехали. Там примерно такие же звуки были, но... Блин, реально, как будто в новую игру зашел. Вот совершенно я не ожидал такого от Слендера. Опа. Ворота закрыты. Ну, это я понял. Допустим. То есть нужно найти ключ. А ключ, скорее всего, находится вот, вот в том, вот, 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 вот там, вот, где какие-то странные звуки, которые мне совершенно не нравятся. Давайте все-таки сначала до конца исследуем эту местность. Тут какой-то указатель. Все настолько плохо, что тут даже указатели нужны, чтобы разбираться, куда и что идти. То есть, ага, подвал. То есть там где-то у нас подвал. Ну окей, давайте посмотрим. Что у нас там за подвал? Мы обязательно его исследуем. Вот. Конечно. Так, ну возможно в под... Бляха. Это что? Так. Сейчас начнется, да? Сейчас начнется. Подожди, мне нужно топливо. Я так понимаю, топливо здесь находится, да, в каком-то из бачков? Или здесь монстры какие-то новые находятся? Я не понимаю. Бля. Блин. Разработчики, я зашел в эту игру, чтобы просто поностальгировать и вспомнить, как я когда-то там давно проходил пиратку. Там не было всей этой херни, ну камон. А вы меня тут пугать собрались. Ну, допустим. Если бы еще свет так не мигал, я бы, наверное, быстрее все-таки разбирался тут. А без фонарика это все капец как сложно. Опа. Так, ну все, мне, наверное, больше тут ничего делать не надо. Я хочу просто теперь выбраться отсюда. Бляха-муха. Здорово. Этого чувака мы помним. Я его где-то видел раньше. Блять. Ну, короче, я вам не буду мешать, товарищи. Так, здесь выход, да? Нет. И оборачиваться я тоже не хочу. Секунду. Свет, вернись. Спасибо. Игра прикалывается надо мной или что? Тут лабиринты какие-то добавились дополнительные. Все меняется прямо на глазах. Где выход? Еще один? В смысле? Что за день сурка такой? Ну алло. Где выход-то? Сколько ноги и сколько канистр мне надо подобрать? На меня ж не будет никто нападать, да? Потому что если здесь можно будет проиграть, то это херовая новость. Я не очень люблю по непонятным мне местам несколько раз бегать. Так где выход-то? Вот он, все, отлично. Фух. Я надеюсь, это все, что мне нужно было там собрать, и мне не нужно будет возвращаться за каким-нибудь. Ну, очевидно, да, раз сработал скрипт, значит все правильно. А теперь эти звуки уже не просто звуки, да? Ты теперь будешь за мной бегать. Чувак, тебе что-то надо, или ты просто тут решил на утреннюю пробежку выйти?
Хотя, судя по закату, это уже далеко не утро. Слышь, братан, дай мне фонарик, пожалуйста. Я был бы тебе бесконечно благодарен за такой добрый жест с твоей стороны. Он меня убьет или что? Ты так целенаправленно не бегай в мою сторону, пожалуйста, спасибо. Так, где там нужен было топливо? Здесь вот, в этой херне. Сейчас мы добавим туда топливо, и там появится свет, да? Будет замечательно. А кто вот эти люди? Это, наверное, те, кого сжег Слендер в конце, да? И в конце всего эпизода. А, ну так. Фух, я испугался. Я на F по привычке нажимаю. Свет, да? Отлично. Отлично. И сейчас, по закону жанра, я зайду в самый конец этого склада, или чего бы то ни было, и свет закончится. Так, дайте мне подобрать записку, пожалуйста. Ну вот же она, я ее вижу. Ну, честно говоря, стремновато, стремновато. Ну, я бы больше обосрался, на самом деле, если бы тут был Слендер. Хотя... Да хотя кого я обманываю, я бы реально обосрался, если бы тут был Слендер. Что за странные рисунки такие? Сейчас я обернусь, и ничего не будет. Круто. Сдается мне, что это помещение нужно было только для того, чтобы просто пройти через него вот так вот напрямую и зайти вот в этот сарай, да? Что это такое? Чего у нас тут? Еще какой-то. О, опа, ключ. Откуда нам ключ? Ключ у нас был вот там вот, да? Где у нас был ключ? Ключ. Не помню. Где был ключ? Подождите, надо еще вот здесь посмотреть. Я должен все исследовать. А, ключ был от какого-то замка на какой-то двери. Логичное умозаключение. Но... Я могу. Практикую иногда. Да нихера себе тут домов. Помещений. А, на воротах ключ был. Бля. Херово все. Все херово. Сейчас будет Слендер. Сейчас 100% будет Слендер. Так. Вот там мы еще не были. Но что-то мне подсказывает, что нужно прям бежать. А бежать он не может, он выдохся. Сиди там, не это самое. А, ну да, во, все, здесь все правильно, все правильно. Здесь вот мы не были как раз. Ух ты, это что-то там за тень такая нездоровая. Смотрите. Сейчас он меня убьет, да? Смотри, какая тень. Ну, это выглядит, как будто чувак какой-то с фонарем стоит. Особенно сдали, если вот видос отмотайте назад, увидите. Прям... Игры разума. Блять! Рот я твой. Наоборот, Слендер, ты мой дорогой. Вот это ты прикололся, конечно. Спасибо, я бы и сам дверь закрыл, если уж на то пошло, брат. Но ты мне дашь записку почитать? А я что-то, короче, самостоятельно в моей семье, после какого-то демона, это что-то моя жизнь, я больше не хочу читать эту записку. Слишком много текста. Опа. Да ладно. Чё начинается-то? Чё начинается-то? Ну херово, конечно, что я... Блять! Херово, что? Ты чё? Ты это самое... Ты охерел, что ли, слышь? Ты чё такой дикий-то стал? Мы ж с тобой нормально общались. Ворота закрылись, кстати. Так, Слендер. Да. Угу. Угу. Тебе, кстати, нормально там по высоте? Так, ну допустим, он вырывается, смотрит, мы бежим. А все надо собирать.
Все, сразу валим. Раз уж такие дела. Я так понимаю, типа он вот, вот так вот побежит, да, и типа мы успеем вломиться в эту дверь. Давай, беги. Все, а мы вот так. Он дверь выломает? Чувак, ну как бы... В прошлый раз у тебя неплохо это получилось. Он же меня не догонит, да? Я надеюсь. Если мы не будем останавливаться. Так, не, огромная все-таки локация. Это действительно полноценный уровень. А не просто так пробежать, посмотреть. Так, мне надо здесь что-то собирать? Я имею право что-то читать вообще? Или меня за жопу схватит в этот момент? Да, в смысле? А, это так и должно быть? Или нет? Ну, кстати говоря, близится конец. То есть, вот это уже финальный эпизод получается. Сколько мы, 23 минуты уже проходим? Или это время просто на часах так? Не знаю. Ну, давайте тогда дальше пройдемся. Уж закончим, так сказать, начатое. Поскольку был большой довольно-таки перерыв. А здесь, по сути, немного осталось. Если, опять же таки, ничего тут второстепенно нового не добавили. А как выйти-то отсюда? Что происходит? Что, приколы? Чего, опять сейчас заново, что ли, предложат проходить? А! А! Это... Вот это вот хрень, это... Когда пиратку проходил, там вот с этого все начиналось. Типа... А потом уже был конец. То есть они второстепенно добавили какой-то новый уровень. Так, а что здесь надо? Я не помню, честно говоря. Тут надо просто попасться Слендеру на это самое. Или наоборот, не надо. Так, господи, ну я, да, я просто внимательный очень сильно. Написано же, дебил. Закрой все окна, что ты тупишь? Уйди. Кш-кш. Фу. Закрой дверь. Сквозняк. Спасибо. Так, дверь надо закрыть. Ля, я не успел? Да, оп. Отлично. Оп. Да ну не перед собой же. Так, оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп. Оп, дверь закрываем. Оп. Оп-оп-оп-оп. Проветривание это хорошо, но... Нужно знать, так сказать, и меру. Фу, блядь. Спрячься в своей комнате. Я тебя понял. Я тебя понял. Гараж закрывать не надо. Успеется. Сам закроется. Слендер закроется. Кто угодно. Уборщица Зина. Моя задача спрятаться. Опа. И в окно, которое только что закрыл. Шикарно. Шикардос. Так, все, теперь я смогу выйти отсюда, да? Да, теперь все замечательно. Ну чё, тогда идем. Наслаждаемся офигенной графикой, атмосферой. Ничего говорить не буду, просто слушайте и кайфуйте. Хоть скриншоты делай, да? Эх, красота. Напоминает чем-то The Long Dark. Историческая какая-то там мина. Ну, шикарно. Сейчас взорвемся, значит, на этой мине. О, щит. Here we go again.
Сейчас тут деревья начнут на нас падать. Но это не самый сложный уровень на самом деле. Вот эта хрень сейчас упадет. Так, нам нужно идти к вышке. И одновременно не позволяет Слендер у нас сцапать. Потому что если это случится, то мы проиграем, как бы, ну, очевидно. Которые деревья падают, они падают. Но нас это не должно беспокоить, опять же таки. Так, он там далеко? А, он вообще. Он нас вообще не догнал. Слабак ты, Слендер. Слабак. Что-то там какая-то спасательная система, предупреждающая погода, еда, флут. Да. О, ключи. Ключи, и вот сейчас будет самая развязочка. Самое главное. Самый главный конец, который только возможен. Блин, они сюда, походу, кого-то добавили. Я слышу эту хрень маленькую. Пищащую. Фонарь погас. Зарядка кончилась. Почему все так одновременно происходит? Ну, звуки нас не должны беспокоить. Мы здесь, по идее, не должны умереть. Ну, то есть как? Мы здесь умрем по сюжету, но не по игре. Немножечко нас покоцали. Я был к этому готов. Так, опять же таки, проходить дополнительные квесты. В смысле, это не конец? Все же ведь уже. А, ну да, это я тоже помню. Кстати, вот, по-моему, вот эта хрень была в каком-то доме. То есть это можно было найти там, когда в начале сам проходил. Вот про какого-то пропавшего мальчика пишется. Что такое? Я тебя не трогал. Давай ты там не будешь херней страдать. По идее, если его не трогать, то и он тебя трогать не будет. Так. Ой, господи. Я все еще вижу его. Ну да. Все, пропал. Спасибо. А, тут сейчас мы с сеструхой встретимся. Опа. Привет. Ну вот, собственно, вот это уже точно все. Да. На этом Slender The Arrival подходит к концу. Прошли мы его наконец-таки. Прошли официально и полностью. Ух, сколько ж времени было потрачено с момента прохождения пиратской версии. Ну, не потрачено, сколько времени прошло. Какие воспоминания. Но игра стала лучше. Вот прям серьезно. За дополнительный уровень так вообще респект. Я вообще не ожидал, что разработчики спустя такое огромное количество времени выкатят еще и какое-то обновление, которое будет, кстати, довольно-таки годным. Вот. А по поводу того уровня, про который я говорил, вот после вот этого было вот здесь знак вопроса, но очевидно, мы его с вами прошли. То есть мы прошли, получается, все, и париться мне не надо. Когда я начинал, у меня было только вот это открыто, и вот это. Здесь ничего не было, да? Вот. Поэтому я думаю, что что-то тут я не прошел. Но, видимо, никаких секретных уровней тут нет. Не, ну в самой игре-то, конечно, есть секретный уровень, но, опять же, повторю, я париться не буду.
Главное, что мы прошли основную кампанию. Тут ни хера сам себя не слышу. Вот. Главное, что всю основную кампанию мы прошли. И это уже хорошо. Всем спасибо за просмотр. Игра просто шикарна. Лучший слендер на моем, так сказать, веку, который я видел. Круче слендеров я пока что точно не видел. Ладно, все, еще раз всем спасибо за просмотр. И увидимся в следующих игрушках.